Привет, друзья, давно не записывал ничего. Вы, как всегда, находитесь на канале «Жизнь с нуля», и с вами его автор и ведущий Вячеслав. Я нахожусь на одном из своих объектов, очень интересных, тем, что здесь работа хорошо оплачивается, несмотря на то, что она является подготовительной работой, демонтаж. Здесь у нас сейчас только по предварительным данным 70 тысяч. Проработали мы здесь, в лучшем случае, 4 дня. Вот, и... Сейчас у нас ситуация такая, что мы должны продолжать работы, какие сейчас вам покажу. Вот, сейчас нам нужно демонтировать вот эту часть, еще южную сторону. Вот эту часть нам надо будет разобрать и вот это все демонтировать. Вот это у нас будет отдельная цена. И там ребята будут крышу делать, а мы туда подадим доску. Вот. Объект номер, можно сказать, 2. Но он начался еще до квартир. Мы сейчас его будем продолжать. Результат я вам покажу. Кроме того, от одного из заказчиков поступило хорошее предложение по поводу того, чтобы нам здесь... в городе сделать сайт фирмы, с которой мы все работаем, и этот сайт будет для заказчиков. И самое интересное, можно сказать, партнер по бизнесу мне даст профессиональный канал для съемки роликов на тему, что такое штукатурка, прикручивание гипсокартона, сайдинга, который мы будем размещать на сайте в виде ссылки на мой канал. И каждый из вас сможет спокойно пройти, посмотреть, как что-либо делать, и от этого контент мой подтянется. Вот, включился, скажем так, божий насос. Я долго хотел чем-то оживить свой контент. Сейчас будет конкретный заказ на конкретную работу, которую можно будет показать в виде плейлиста. Вот. И сейчас мы с вами поедем на другие два объекта, где я вам покажу, как развиваются дела там. Друзья, это второй объект. Квартира под ключ. Вот, друзья, еще один объект. ПГБшный санузел. Такая вот квартира. Капиталочка. Положил, можно сказать, первый-второй раз я его. Нету специалиста. Приходится все делать с маму. Такой с закуточком для холодильника. Вот такая вот здесь будет картиночка. Маслом. Вот. Это один из объектов, вот, который я веду. Надеюсь, я его охвачу, эту квартирочку. Стены мы будем механизированную штукатурку делать. Вот. Так что будем пробовать это впервые. Какой-то второй, третий, не знаю. В общем, объекта 3. Третий, может, вот здесь вот будет картинка, что мы там делаем, потому что там у меня Тимоха рулит. Иду я такой по городу, на аллее героев, в центре. И такой раз, короче, а тут пенек с грибами. Тутовик, гриб. Видите, какой классный. Прикольный. Вот такой красавец. Надо за Волгу съездить, может быть, там тоже есть грибы. Доброе утро, друзья. Я в центре города. Сегодня на одном из объектов у нас рабочий день. Вот, ребята приехали, несколько человек работают. Вот. Так что пока там делаются кое-какие маневры, я решил сходить попить кофе и отправить денежки домой. Вот. Хороший день. Тепло, здорово. Вот, немножечко отдохнул и сейчас пойду трудиться, потому что без труда не вытащишь ты рыбки из труда.
если хочешь хорошей жизни, нужно много трудиться. Друзья, привет! Вот иду я такой домой, а у нас тут подготовка к параду. Самоходочки стоят. Круто! Интересно. Но они без резиновых накладок, я так понимаю, все побьют они. Вот я решил после работы прогуляться, посмотреть, как выглядит подготовка к параду. Она выглядит вот так. Вот. Я вначале думал, будут тут резиновые какие-нибудь накладки. Никаких резиновых накладок на гусеницах. Вот, так что ухандокают ребятки асфальт, я думаю. И все. Я думаю, пару репетиций и все. И трындец асфальта. Такие грады на базе Уралов. Круто, красиво, интересно. Все покрашено. Все блестит. Ух ты! А это, по-моему, Буратино. Да, это Буратино. Установки залпового огня, шилки. Там шилка, по-моему. Круто. Классно. Офигеть. Вот это тут техники. Круто. Все отполировано. Обалдеть. Круто. Красиво. Ох ты, тигры! Блин, офигеть, красиво! Вот это я забыл, как установки называются. Ну да, асфальту здесь трындец. Не, красиво, надо побывать 9 мая. Техника какая-то черно-зеленая какая-то. Круто. Круто, круто, очень круто. Круто все смотрится. Сейчас посмотрю. Все. Да, это уже поддержка пошла. О, да. Впервые у меня такое. 9 мая постараюсь побывать.
празднование Дня Победы. Потому что очень интересно, сколько техники. Репетиция. Что-то старенькое стоит. Что-то новенькое. Установки залпового огня крутые. Блин, прикольные. Так что буду стараться попасть. Красиво. Это, по-моему, Буратино, если не ошибаюсь, установка. Залповый огонь — это, конечно, вещь серьезная. Блин, круто. Мне нравится. Охраны. Круто все. Пересыпали поребрик, чтобы не подавить. Охрана. Как мне здесь, друзья, привет. Никак не могу заснять вам видео. Мы находимся на флагманском моем объекте, где работают у меня ребята, практиканты. Все стеночки подготовили. Парочку выложили. Зашкурились. Вот. Вот у нас декоративная плиточка готова. Это у нас несколько плиточек побилось. На подрезочку пойдут. Здесь будет балкончик выкладываться. Красиво все будет. Вот, вот защиточку прикрепили. Пацаны молодцы. Вот. И вот здесь завтра я буду ложить вот этот прекрасный кафель под ламинат. Вот здесь будем ложить сам ламинат. Вот. Такая вот у нас комната, которую нужно в порядок привести. Вот. Это главный наш объект. Тяжело мне стало немножко, потому что два разных объекта, где разбросаны. Третий даже есть. Еще третий в стадии завершения. Вот. Так что тяну пока. Вчера уже чувствовал себя немножко слегка заболевающе, но вроде бы держусь. Ну что, друзья, привет! Добро пожаловать в первые, скажем так, шаги нового формата канала. В данном случае я, значит, пробую новую камеру. Вполне возможно, она сейчас здесь появится. Сейчас я постараюсь вам обеспечить здесь, наверное, скорее всего, или где-нибудь будет маленький ролик о том, как это все выглядит, какая камера, как я снимаю. Вот здесь будет некая такая студийность. Вот так выглядит сейчас мой формат общения. То есть здесь самый идеальный свет. Вот. Так что я думаю, что с такой уже более профессиональной камерой я попробую делать более профессиональные ролики. Вот, соответственно, рад этой возможности развиваться. Самое интересное, что в этой всей истории забавно то, что я об этом когда-то мечтал, и у меня не было ресурса на это. Но сегодня и ресурс подошел, и возможность обучать на своем канале появилась. Причем с конкретной целью. Вот. Мы хотим обучать новых строителей, мы хотим брать молодых людей без опыта работы и посвящать время тому, чтобы научить их работать в сфере строительства в различных направлениях. Вот. Естественно, все это будет не бесплатно. Вот. Но человек, у которого нет денежных средств, но который хочет научиться что-то делать в сфере строительства и ремонта, у него будет уникальная возможность на наших объектах попрактиковаться и одновременно получить полученные навыки, проверить в работе, получить за это денежные средства и расплатиться с нами за обучение и, соответственно, еще и заработать. Поэтому я думаю, что идея очень интересная, идея подхвачена больше моими друзьями и партнерами, о которых я буду регулярно рассказывать в своих видео. И на сегодняшний день я сейчас собираю все оборудование в кучу. Одна проблема этого фотоаппарата в том, что я пока не знаю, как подсоединить к нему гарнитуру, потому что гарнитура, которая у меня, она больше предназначена для телефона, и есть некая проблема с подключением. То есть к телефону я могу подключить петличку, вот, к фотоаппарату, как это сделать, пока я не знаю. Но я думаю, что в ближайшее время буду решать этот вопрос, потому что
есть порты, буду разбираться, как это все подключить. Вот. В любом случае, рад тому, что контент начинает приобретать какой-то новые какие-то черты, новые какие-то направления. Вот. И, соответственно, все это будет у вас на виду. То есть вы будете смотреть, как канал переходит из одной фазы в другую. Сейчас решаю вопрос с ортопереводчиками, потому что часть наших сотрудников и ребят, которые будут у нас работать, они являются слабослышащими или вообще не слышащими людьми. Вчера уже начинали мы разговаривать на эту тему, в понедельник, уже завтра, буквально сегодня 9 мая, понедельник 10 числа, уже ко мне на объект придут люди, придут ребята, то есть, которые не слышат и которых я буду уже начинать обучать по вопросам укладки плитки, чтобы они это видели, чтобы они это пробовали, и сразу же на объектах они у нас будут получать практику. Благодарю своих партнеров, которые мне помогли подвинуть эту идею дальше. Вот, пока еще не знаю, будет ли это в канале «Жизнь с нуля» определенный плейлист или же как альтернатива. У меня есть еще канал «Покоритель Зари», я его никак не развивал. Скорее всего, в будущем формат обучения перейдет именно в тот канал. Почему? Потому что очень бы хотелось, чтобы процесс обучения – это был некий отдельный процесс от того, что веду я на своем канале. Кроме того, параллельно я сейчас развиваю свой Инстаграм, который тоже для меня некая новая среда, некое новое направление. Вот. И тем не менее, как бы там у меня растет число подписчиков. Вот, соответственно, значит, все эти вещи я буду интегрировать друг в друга. Почему? Потому что если тебя нет в интернете, тебя нет в этой жизни вообще, потому что отсутствие тебя в интернет-пространстве равно смерти на сегодняшний день. Вот. А Инстаграм – это одна из самых очень удобных площадок для бизнеса на сегодняшний день. Она очень стремительная и активно и хорошо развивается. Поэтому, дорогие друзья, буду всегда рад услышать ваши комментарии на эту тему. Буду рад вашему участию в наших проектах. Спасибо вам за внимание. Всем добра, всем пока.